Че? Надо к этому идти. К Владу. Сейчас, сейчас. У меня стрим должен быть. Влад. Влад. Стримить надо ему вообще. Влад. Так, у тебя стрим. Сейчас, блин. Надо. Влад. Влад. Ты пугнул? Влад. Я думал. Ага. Нет, не видно. Как рубить, блядь? Влад. 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 Влад, ты чего хуй? Вставай. Ебаник, шашлык. Влад! Влад, вставай. Это стрим. Ебанулся, блядь, спать там. Работа. Вставай, она с кукин. Пойдемте стримить. Все, бля, давай, Влад, Влад, как же там потница воняет твой. Ой, аккуратнее, Влад. Ты чуть не спалил яичко. Всем привет, давайте стримить. Кукинг стрим. Влад, ты как? Нет, не высморкайся. Ай, да что ж такое-то, сука. Ой, застрял в стиралке. Что ж делать? Ну, может, со зрителями поздоровал, Влад. Всем привет, ребята. Прошу прощения, что я сейчас не нежданно, негаданно. Вот, все. Мы сегодня будем с вами приветствовать Вова. Привет, Антон. На самом деле, сейчас будильник играет, на самом деле, я еще сплю, да? Обоссанный весь. Со вчерашней чачи, блядь. Все, у нас сегодня кукинг стрим. Я позвал друзей к себе в апартаменты. Живем неплохо. Хочешь весело и с пользой провести время? Большие иксы и крутые бонусы уже падают с неба в Lucky Duck. Тебя ждут большое комьюнити и множество уникальных игр с гарантированно высокой отдачей. Пополнение и выводы любым удобным способом. Каждый найдет подходящий. Не забывай про халявы и бонусы. Выполняя простые действия, можно получить более 50 слитков на игровой счет. А также в соцсетях проекта постоянно раздают уникальные ваучеры. Скорее переходи по ссылке в закрепленном комментарии и лови свою удачу на Lucky Duck. Вот. Это... Да по***. Вот, пойдемте, покажу, кстати, номер. Мало кто показывал номер. Ну, конечно, большой квартир. Это пил, ел. Это еще, это сегодня будем из этого готовить. А кстати, что мы будем готовить? О, у нас сегодня традиционное славянское блюдо — котлеты по-киевски. Какая кормежка, такая долбежка. Вот так вот живу здесь у меня. Вещи мои. Мач, как всегда. А че ты, спишь, на до упаду, на трусишки. Ёбан. Трусишки. Я вчера перебрали немножко на пляжу. Че, вместе с вами же. Вот, да, сумочки тут. Ну, короче, одежда, да. Тут у меня всякие сладости, иногда я подъедаю их. Это Megan Dems, угу. Это KitKat. Это мой телефон. Твой телефон, кстати, да. Дейзик очень неплохой. Только кончился, жаль. Он уже кончился. Как он? Дейзик? Поэтому я пшикаюсь вот этим. Он, Влад. Неплохо пахнет. Влад, ты пернул в Дейзик, что ли, блядь? Это перцовый баллончик. Ты что там? После чачи уже не торкают. Так, ну что ж, дорогие друзья, надеюсь, у вас у всех сегодня хорошее настроение. Из чего готовить будем? О, из банана. Не-не-не, из чего готовить будем котлеты по-киевски? Бананы. Супчик, но не красный. С свеколкой. Капустка. Мы будем готовить котлеты. У меня руки трясутся, как у Лукаша. Может, кто-то другой стримит? Мы будем готовить котлетки по-киевски из фарша. А где мы его добыли? И вот так вот нам его и принесли сегодня, поэтому котлеты по-киевски будут хороши. Мы еще взяли крашеный укроп, сразу уже, чтобы не резать его самому, не хотим марать лишний раз руки и время тратить на это. Поэтому у нас сегодня все уже полуготовые полуфабрикаты, мы делаем котлетки. Плита у нас есть, она индукционная. Только у тебя есть, кстати, в доготовке-то эти, сковородка? Да, мы сейчас найдем. Где?
Знаешь? Это холодильник. Это холодильник. Не, не только, там приборы еще, видишь? А, блин. Да нам не надо. Ой, стой, 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 стой. А, я арбуз сломал тут. Это не арбуз. Братишка, не-не-не-не. О! Капуста, капуста, перни. Капуста, капуста. Капуста, капуста, перни. Матери прикрепили, вообще забавная тема. Это мы сами прикрепили. Мы, знаете, что еще? Мы, чтобы хорошо сделать котлеты по-киевски без лишнего ущерба, надо сначала сделать каски. Каски мы будем делать из капусты. Так. И у нас она будет освежать голову. Влад, а зачем ты взял вот это? Типа просто у меня большой член. Засунь реально это в жопу. А я тебе 5 лари. Хочешь? 25 лари. А где влезет такая штука вообще? Что у меня с ноздрой хуйкали? Надо операцию делать. Зачем? Зачем? Ты гакать? Да блин, да нет. Так, пакет. О, там перчик еще начнет, да? Да. Так, пацаны, вот вы мне говорили, что у нас есть здесь этот... Сковородка. Вот. О, сковородки, правда. Вот, во. Нам хватит? Нет, что? Это для кофею. А, кофею? Для кофею. Во! Давайте, а давайте и кофе приготовим. У тебя есть баночка, Влад? Баночка кофе. А. Я, зачем его готовить, что он уже сделан? Не, надо в Т, Т, У, Р, К, А приготовить. Вот в этом приборе. Турки? Да. Меня не... Откуда, как ты узнал? Лиры, слайды. Это было за лиры. Ребята, у меня проблема с дикцией, но можно букву перепутать. Сами понимаете, какие. Так это что хотел сказать-то? Т-У-Р-К-А. Турка. Одна? Нет, вот этот вот прибор для того, чтобы готовить. Для кофе. А-а-а, блядь, точно. А почему Турцию назвали в честь? Ну ты дурак. А, дал. Нет, там вроде в начале не ты идет, Натали... Там че идет? Чё? 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 Да. Объясни ему, что там дальше идет. Ты слышишь, что здесь микрофон залетал? Да всё, нормально. Так, короче. Давайте подумаем, что ты же повар, ты знаешь. Я, кстати, действительно, у меня первое образование поварское. Вот. А второе? А второе это котлетки с пюрешкой. А десертик будет? А десертик это уже. А десертик это. А сколько за десертик? 25 лари. 25 лари? У него цена каждый день растет. Вчера 20 было. Ням-ням. Сегодня уже 25 лари. Бизнес процветает? Проблема в том, что у Влада не берут за 20, он такой, ну ладно, может за 25 тогда возьму. И своим подороже. Так, нам с чего начать-то? А разбирай продукты, что ж ты знаешь? Просто спрос очень большой. Экономист. Масло Лейна. А, пацаны, знаете что? Там такая информация дошла, то что котлеты по-киевски надо сливочное масло, а не оливковое. Мы знаем. Вот, тут написано, зароблено в Украине. А что сделано? Зароблено. А, собрано. Я подумал другое. Это вот здесь. Так, да. Блять! Какие шторы, всякие красивые. Ладно, все, хватит. Давайте это. Прошу прощения, дамы и господа. Мы продолжаем. Прошу. Маленькая кухонка у нас сегодня. Блять, что-то руку испачкал. Так, наливаем, короче. Как это включить? Давайте, ленивые голубцы, еще. О, черт. Это разблокировать надо. Лок. Темп. Это он. Я заблокировал, кстати, он, начали да? Стрима, мне интересно. 240 темп! Ой-ой-ой, слышишь? Чего поменьше, что я боюсь? Температура солнца. 240 градусов по Цельсию, это что такое? А есть тут такая чача? Ой, Антон, уменьшай. Ой-ой-ой. Давай на маленьких мощностях поработаем. 60. А что так хуй дает? Не знаю, можно же слить. Мне кажется, током ебать. А, мы еще котлетки не слепили, зачем вы сковородки не лечите? Так мы же спрашиваем, пока масло все подойдет. Мы просто проверяли. Да, я говорю, надо фарш сначала, надо смешать булку с фаршем. Есть булка. Булочка. Надо смешать это. Ой. Поскольку это твой номер, я не хочу его затирать, поэтому я буду весь стрим просто сидеть и ковырять в пальцах, потому что у меня что-то там вылезло.
Кстати говоря, ладно, пока рано. А нам стол надо освободить или не надо освободить? Вообще надо бы. Так давайте освободим. Давайте на нем готовить. На нем готовить? Ну, ну я да, думаю, потому да. Потому что там давай. Типа вот так стой, вот при подписчиков дорогие. Ты будешь напивать? А что у тебя да, тут? Да, конечно. А что такое? За что уплочено, то проглочено. Что на полупрозрачную? Ой, как вкусно. Полупрозрачный кофе. Такой кофе. Тут кофе очень невкусно. Даже вот это вот три в одном, три с говном. Я все пробовал, бля. Три гандон. Убирай, Влад. Что ты? Как не усяду? Опять ты вредничаешь. Это что было сейчас? Я сикнул немного. Сикнул? Ну это фокнул, блядь. Ботки опять обоссал? Пыхнул газик, блядь. Так, вот сюда. Чтобы нам троим было удобно сидеть. Конечно, давайте готовить. Так. Ну что, я сначала пока принесу вам что? Булку, наверное? Булку. И котле, и фарш. Ребят, давайте я предлагаю прямо это делать на столе, я потом протру его просто. Ну, оно будет что валяться, оно будет сваливаться. Ну, оно сваливаться будет. Посмотри, а там есть блюд, там блюдца должны быть там большие. Там блюдца должны быть большие. Круто, ты сказал. Вот, мы здесь будем. Совершенно верно, решать. Владислав. Вот только на надо, решать. Короче, корку четкий умеешь делать? Я хотел сказать, что сапожки будем голубям делать. Так, Антон, ты пока снимай, пока ты не работаешь руками. Я немножко поделаю, ты хочешь тоже котлетку? Да, хочу мне потом... бы мусорный мешок уже сейчас. Вот сейчас просто вот так вот. А крошим немножко. Мусорный мешок? Да. Крошить надо. А для чего тебе? Что нам будет валяться? Ну я корки надо выбросить. А, ну не вот. Надо. А, многие меня спрашивают, нужно ли мыть руки перед готовкой? Конечно нет, потому что это есть буду не я, а Влад и Брамо. Блядь, готовим. Фарш, мать, ебал. Ой, блядь, Влад, ну у тебя потекает жопа. Ну, ёпресы ты, что ж ты будешь это делать? Это ты, фарш уж подошёл. Такое? Бля, ну с фаршем я не буду он до 2015 булку. Года. Можно? Нет. Там перепутали. Это когда он появился, бля. Какое время страшное. Хлебушек сейчас макаю. Вот. Не-не-не, одну булку сейчас с этим смешаем, потом еще добавим. Что, фарш открываю? Надо фарш. Бля, ну типа фарша дохуя, я бы половину использовал. Фарша вы не зря столько купили. Можно потом собачки дать. У нас же сейчас сковородка мелкая. Ага, дает. Собачка, знаю я там, ты как и будешь потом за лари делать. А собачки не делают за лари. Собачки за бесплатных денег я им бесплатно делаю. Можно вопрос задать? Чтобы слухи разносили. Вопрос можно задать? Или не стоит пока что? Ну, пока я оставь пока. Ну, ладно. Момент. Ну, потом можешь, если хочешь, чуть попозже. Влад просто в подгузниках немного. Я спущаю это. А зачем ты костный фарш? О, это паштет. Бля, это походу реально паштет. Бля, Влад, пиздец. Это не паштет. Бля, Влад, а это чей фарш? Что делать надо сейчас? Надо смешать с булкой. Ну вообще булку бы тоже примесить надо через мясоротерку, но у нас нету терки, так что похуй. Сколько фарша надо? Половину. Я на самом деле никогда не готовил котлеты по-киевски, я первый раз вообще. Что это голова? Мы свиную башку купили, бля, не фарш. А давайте реально свиную башку когда-нибудь приготовим. Так, да. Что ты хотел спросить? Куча отку всем. Привет, аноним, спасибо за 100 рублей. Спасибо. Что ты хотел спросить? Я бы хотел спросить, а зачем нам в котлетах по-киевски маслины или оливки? Ну, а как, традиционное блюдо, котлеты по-киевски, фарш вот подоспело, а фарш-то как все попало? Как-то надо объяснить, что в нем маслина была, не просто так. Сначала попадает, я могу объяснить, сначала попадает маслина в какое-то, да, тело, потом оно, потом... Осуждаю, не одобряю данное высказывание. Вот, ну, я считаю, что хороший фарш с крашеным укропом лучше, чтобы в нем еще была маслина. Поэтому сейчас будем добавлять еще маслины. Будет вкусно. Black olives. У нас не только будет укроп в фарше, но еще и петрушка. Так вкуснее вместе со смальцем. Маслины. Позывной укроп, позывной петрушка. Влад, ты очень не хочешь стримить на Twitch, я так понял. Ха-х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 а
Так, ладно, все, закончили. Откроешь пока маслину? О, конечно. Удачной готовки, не спалите все. Спасибо большое, Анани, спасибо за 100 рублей. Да, мофнули донаты, пожалуйста. Ага. Все, ребят, мофнули донаты, короче. Так что донатьте мне. Кто с редакторов есть, напишите в название, что донат лов, потому что так перебивать будет очень плохо, не очень нравится. Ой, они испортились. У, блядь. Одну маслину. Они с косточкой аккуратнее. Одну маслину на котлету. Ты она прям, да? Вот так. Ой, хорошо. А давай глазки сделаем котлетки, она будет мило выглядеть. У меня еще и тапочки есть. Можем еще и тапочки. А ты делай сапожки. Мы думаем, как Чарли Чаплин. Нет, давайте реально миленькие сделаем. Хорошо, я достаю маслину из фарша. Давайте, вот меня вот часто с каким животным ассоциируют? Вот и у вас с каким? Лев, тигр, меня с волком. Меня со свиньей бывает ассоциируют. Я бы сделал, короче, в виде... Ты лев. Я гепард. Не-не-не, ребят, давайте реально в виде хрюшек сделаем данные котлеты. Хорошо. Только тогда не говорите их название полностью. Ну, там вначале у нас блюдо называется. В виде... Блюдо называют. Да, давайте петрушка. Ты сейчас скинешь это или что? Это я 100 лет принес. Сейчас. Мы, кстати, будем. Давайте отдумать где-то на троих. Просто видишь, в чем проблема? Тут еще не подразумевается. А с микроволновкой можно разморозить. Ёб твою мать, там с микроволновкой сейчас пиздец. Это все лопнет сейчас. Фу, мне, блядь, плевать тянется эта хуйня. О, блядь. Жуй. Откуда? Не, прикиньте, реально в лаваш его кусить. Это. Бля, я реально сейчас блеваю. Фаршик. Вот так фарши делают в магазине Магнит. Это жопой было. Все, это еще. Так, о. Бля, ты же оно воняет, еще пиздец этим маслином. Это чтобы руки мыть. Поготовили, помыли руки, дальше продолжаешь. Так, ну что, делаем хрюшку. Личико, моську. Делаем, да, делаем личико свинки. А булочки бы еще, наверное. Ну, покраши-ка. Покрашить булочки? Да, покраши-ка еще. Вот сейчас. Покрывай. Там вообще где-то 30% только булки должно быть нормальных котлеток, именно вкусных, которые я обычно готовлю. Но в данном блюде я не знаю. А яичко добавлять не надо разве? Яичко? Ой, блядь, мы киндер-сюрприз сожрали. Ну, у нас бананы есть зато. Банан давай. Примерно одна консистенция. Согласен. Я бананы с фаршем. А, это носик будет у свинки. Да. А у нее будет другой. Это украшение. Это ожерелье ей сделаем, да. Так, ну пока оставь. Это потом мы красоту сделаем. Я предлагаю. Это сейчас... будет пистолет тогда. И сапожки. Бананцы похож? Ну да, да, правда похож. Типа можно так понять. И дети играются иногда так. Да, я игрался так. Ну, дети так хорошо. Дети любят играть. Дети играют. И проигрывают бывает. Кто-то выигрывает, кто-то проигрывает. Ну не могут же все выигрывать, правильно? Позову петрушки. Тут еще упаковка интересная. Так, ты покрошил хлебушка? Я крошил хлебушек, ты мешаешь своими ручками. Так они, видишь, грязные. Ну как, подожди, помыть надо. Антон, полей меня сюда. Да, полей, да, мой руки. Полейте, ну, полейте водички. Я сполосну ручки. Сейчас, давай. Полей. Чуть-чуть. Ага. Спасибо. Ты хуяри хлебушек там. Сейчас замесим. А кому мы это давать пробовать будем? Можем по отелю разносить и давать угощение. Можем подписчикам вынести на улицу. Жрите. Бон аппетит, бля. Это даже врагу бы чисто не пожелать такое блюдо. Да, даже врагу не пожелаешь. Такую участь.
Давайте. Фу, блядь, чем-то воняет. А, маслинами. Да. Блядь, да. А, это пиздец. Это соус для этого. Блядь, мы же так доктором или его нахуй. О. Ой, пахнет. А если бы еще капелька лимона сицилийского? Me gusto. Давай бананчик раскроши туда тоже. Не, бананчик хочу сам. А, хочешь бананчик? Да, можно, конечно. Но если только баловаться не будешь. Так, все. Я замешиваю, Антон. Не это. Ну, давай, сюда бросай, Антох. Докидывай. Антон, буду. Антон, да. Докидывай сюда уже. Все, сейчас я быстренько размешу. Да хлеб, да дай брось ты уже, я хочу замешать его. Сейчас будем делать свинки-глазки. Так. А что у свинки есть? Пятачок. Глазки, а ножки, ручки. О, тут еще это. Уже нет. На голову есть. Это шлем. Ну? Мы делаем крутую свинку. Как в Вархаммере. Это из Майнкрафта просто, из этого, из ада. Я догадываюсь, почему нас Авилон не зовет на стриме. Он не любит Майнкрафт? Ты заебал плеваться в ту миску, честно говоря. Хуже это будет. Хуже не будет. Так, ну что ж. Немножечко. Ты мешай, тесно. Я бы уже перекладывал сковородочку. Кстати, вы видели, есть украшение такое. Из банана делают дельфина. Вот эта вот мордочка очень похожа на дельфина. Это им можно украсить котлеты. А как свинья с дельфином? Мы можем покрасить его. Можем играть бананами, пока готовится наше мясо. Да. Что мы сейчас начинали? Да. Слушайте, знаете в чем? Я бы, короче, это перекладывал. Нам надо налить маслице. В сковородку. Да, в сковородку. Половину. А сало надо добавить? Сейчас открою. Мы на масле будем жарить. Я думаю, здесь уже есть сало. Ну, тут какие-то прожилки. Точно. Брам, помогать не будем, честно тебе говорю. Да сейчас. Вот либо ты сейчас справляешься, либо кик. Да сейчас. В другую сторону. Ой, только не сделай пизды его на пол. Давай я открою. Ну я там, понятно, подкрутил, все, а ты... Че, как? Калории добрать надо было. Сегодня без бургеров. Не, ну неприятно, кстати, на вкус. А, ты обманул, это чука? Конечно. Слушай, оно опасно, просто оно откуда. Я боюсь дергать за чука, давайте. Ну, поехали. Пацаны, только не разлейте. Пацаны, только я держу двумя руками. Фу, в этот раз повезло. В этот раз повезло. Ну что, нальем сюда маслица? Фу, ты только, я ее больше не буду трогать. Нормально работает все? А в дроссельнях так же руки увлажняют или по-другому? А, ты сюда прям? Блять, Влад, много. Ой, очень сильно. Котлетки по-киевски, они с маслицем. Понял, да. Влад, знаешь, как надо сделать? Надо, вот если ты столько масла на... Бля, Влад, как же это воняет, пиздец. Слушай, Влад, это пиздец. Смотри, Влад, как мы можем... Блять, нахуй я это потрогал, сейчас я булку вытерусь. Мне глазки рановато еще. Глазки рановато. Оно пока что без глазок. Антош, Влад, можешь сковородку взять? Влад, не. Брам, зафиксируй. Я знаю, как это все можно исправить. Значит, смотрите, мы добавляем сюда остаток фарша, потом еще добавляем немного булки, ставим это на сковородку, разогреться немножко, чтобы фарш подтек. Да, так, а мне сейчас надо, оно, видишь, да, камень. Да. Так, оно на сковородке, оно разогреется. Вот так сейчас оставить? Да, и сейчас немножечко булочки добавим. И мы тогда перемешаем, как раз таки булочка, она размолчится. Брам, ты можешь хотя бы... Ты можешь либо сделать вид, что это вкусно? О, белиссимо. Брам, мы стараемся для тебя готовим. У вас было, знаете, такое, типа, вот вы готовите для себя что-то в детстве, стараетесь, готовите час, два. Говорят, посолить надо. А, нет соли. Так, глазки делаем, сынки. Рано. Вот, похоже, кстати, на Ральфа. Скажите, вылитый Ральф. Какой? А кто такой Ральф? Ну вот это собака. То ли полусобака, то ли полусвинья, непонятно. Свинособака. Ну, по факту. Но у него такие, у него и пятак есть. А улыбочку из чего сделать свинюшки будем? О, из банана можно. О, из кожурок можно вот так. Да, кстати, красиво. Давайте я запил себе. Вот какой-то добрый поросенок. Добрый свин.
сейчас дырочки еще дотопим. Сейчас, подожди, надо. Да, блядь, рано вы хуйню полную делаете, мы это потом жарить будем, но надо, чтобы это растопилось и стало тесто однородное, и чтобы мы потом это все сжарили. Это похоже на орка из Вархаммера. Да, блядь, все не то... вообще. Вархаммер 43 играл? Да, играл. Ну вот. Это мы сейчас в кастрюльке ставим туда, на плиту? Да, чтобы мясо растеклось. Хорошо. Мне надо потер руки. Ой, блядь. Ой, блядь. Вот главное эту хуйню не опрокинуть. Вот это было бы обидно, если бы мы опрокинули. О, а где пробка, кстати? Надо закрыть. Надо закрыть. Ну, бля, ну, типа, это Влад просто трогал. Слышь, а давай банан добавим какой-нибудь. А вот думаешь, не заметит? Не-не-не. Он не заметит, если мы банан? Не-не-не. Чё с фаршем? Он банан сломал. Блядь. Так, ну что? I'm ready. Да. Ставим на сковородку. Ой, не заметил, заебись. Губа ел. Нет, вот тут вот, вот так вот разогреться нужно, потому что там лёжа. Я лёжа. Знаю, я переложу. Сковородку ставь. Зачем? Не, не, надо было сковородку поставить в трубу. Блядь, да нахуя я трогаю? Фу, блядь, теперь тут всё в фарше. Ай. Ай, блядь. Наебал невольно. Реально? Да. А у нас есть лопатки или что-то для... Ух ты, а можем же мы еще один фаршированный перец заебашить? О, еще и перышки фаршированные сегодня будут. Вкусняшки. Это такая вкусняшка из СССР получается сейчас. Да. Помните, кто дети из СССР? Помните, вот такой вот сидишь, праздник, и вот тебе родители приносят вот такое лакомство, вот такое вот, блядь, и вы его начинаете... Да. Не-не-не, я помню по-другому, типа. Че это помню сейчас? Прям, засними мне минуту буквально, историю минуту. Я помню, короче, я все детство мечтал о велосипеде, говорил родакам, купите велосипед. И я, короче, на Новый год, после того, как им все уши прожужжал, говорю, купите велосипед. Я смотрю, там что-то обернуто, там два колеса, короче, две ножки. Я быстро сдираю эту хуйню, а там вот это вот. Мои родители запечатались в куклу Вуду. Я по-другому планировал, и все, мне стыдно. Брам, отверни, я позвал себя снова пойду. Я дрочился на эту фигурку ночью. Все. Я представлял себе, как фантазия растет иногда. А где эта фигурка находилась? О, тинка. А что, у нас там кипятится? Ну... Ай, блядь. Чё, горячо? Нет, наебал. А вы чё? 1-1. 1-1. Так 100, это мало. 100 это температура тела. Ты съебанёт сейчас что-то нахуй, блядь. Мне кажется... Не должно. Она же просто встанет отсюда, блядь, пиздюлей даст, блядь. Бро, а ты не заметил, что там банан? О, точно, чёрт подери. Ну, блядь, да всё нахуй, не могу. А что, чтобы его не раскрыли? Это же должно быть здесь. Конечно. Бля, как воняет, бабу. Надо подтопить это, как... Сейчас он тоже. Мы под... Так, стоп, водички только облить надо. Да? А? Куда? Ну, там и так все жидко, там же лед сейчас. Сейчас, подожди. Да, это логично. Наоборот, надо, чтобы поиспарилось немного. Прихватки нет? Сейчас мы температуру проверим. Бля, ребзя, тут что-то прикипает нахуй. Слушай, сюда это не надо пачкать. Фу, блядь. Блядь. Ёпта, твою мать, блядь. А нахуй оно загорелось? О, чёрт. Блядь. А мы не слепили котлетки, походу? Ну сейчас оно всё слепится. А. Ой. Маселка не хватает, наверное. Слышь? Маселка? Ну. Да, блядь, а не ебанет, там же вода с маслом, это, блядь, пиздец будет нахуй. Какая вода? Так там и так уже вода с маслом, похуй. Если ебанет, так ебанет. Сука. Есть заточка, нахуй? Да. Сейчас будем резать фарш. Мясо? Фарш. А чей фарш? Этот? Да. Говяжий? А в рецепте там по-другому должно быть. Это итоговый продукт называется. Блядь! А если шутки шутками, то там в этих котлетах так называемых, там же куриное мясо. А, ебать мы долбоёбы вообще. Блин, да. Ну, а что, теперь не получится? Да, до я, этого, да, до этого все шло по плану как будто бы. Да, ребят, я вам больше скажу, в рецепте и банана нет. Не может быть. Бред. А кукуруза есть?
У нас нет. Хочется, бля, перекусить немного. Кукурузы? Да. Я бы тоже сейчас кукурузу поел. Солененькие, да? Вот так. И с маслицем. Подпитывать. Сливочный. Мы будем говорить ребятам, куда мы сегодня пойдем? Куда? В стрип-бар? Ну, в том числе. Мы в стрипуху на голые титьки будем смотреть сегодня. А, я думал, выступать будем. Супер Майк. Блять, короче, слышите, пацаны, это хуйня какая-то, это, блядь, не так работает. Доставай. Ну подожди, ну макроновку засунь. Короче, пока он немножко остывает, это, перейдем к сервировке. Давай. Здесь будет наша... Мы сейчас знаете, как сделаем, короче? Блять, Вова, ничего себе испачкать. Всегда я, всегда я, всегда я, никогда он. Типичный Вова. Что, вот простыл? Да, блядь, хуй его пойми. Короче, я предлагаю, мы вот так сейчас выливаем сейчас чуть-чуть капельку маслица. Угу. Только я слежу за калориями. Да. Я скажу, когда все. Да. Все. Типичная американская мамаша. Оп. Ну, нормально, сейчас будем делать корм-доги, блядь. Своему тугосерке, блядь, двухлетнему. Вот так вот чуть-чуть. Который весит уже 40 кило. Ну, вот. Короче, я предлагаю, сейчас там фаршик немножко отойдет, остынет. Мы выкладываем личико поросенка, маслица уже есть, глазки, мы делаем ротик, банановую улыбочку. И не, давайте, давайте вообще пост метаэроби уйдем и сделаем апельсиновую улыбку. Апельсин? А нет апельсиновой улыбки. Апельсина нет. А готовить-то будем? Да, прикиньте, они музыки не слышат. Ты просил меня купить, опять не забрал. Ай. Плохо хотел. Давай попьем, я снова куплю. Да, блядь, я нет, я хочу сделать обзор. Сейчас будешь делать? Нет. Так я скажу, что куплю в магазине. Так я обзор хочу сделать. А не мало масла? К себе в телеграм-канал. Масло? Масло, не мало? Нет, вроде. Думаешь, оливок добавить? А это подсолнечное масло Лейна? Ну тогда хватит. Ну интересно же, зеленая кока-кола, вот когда, какая обычная кока-кола? А это зеленая. Я поэтому хочу... Чувак, а что у нас там стынет-то? Она же не нагрелась даже. Да мне... Какого? Ага, блядь. И вправду не нагрелась. Короче, тогда делаем по-другому. Так, давай. Ай, блядь. Ай, блядь. А где поварёшку ты потерял уже? Ай, Брама, снимай на... Ой, пизда. Ой, пизда, квартире. Почему? Ой, блядь, мы сейчас получим от хозяина. Ой-ой-ой, тихо, Антох, только не плюхни, иначе Антох, пизда будет. Антох, Антох, аккуратнее. Фу, блядь, какой это грязный. Ой, хорош, нихуя подсейвил. Блядь. И кашицу вот это, ой, там что-то подгорело. Ой, ёпт. Блядь. Ой, какая... Фу, блядь, да мы не будем свинячить, мы будем аккуратно. Так мы свинячим-то в радиусе. На атаке. Давайте. Я хочу это выбросить, блядь. Куда? Дайте пройти, пожалуйста, я же умру, блядь. Слушай, маслица слить надо немножко. Слить маслица? Да, 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 чуть-чуть. Почему? Смотрите, у нас... Блядь, мы должны... Что? Это выкинуть нахуй. Смотрите. Да полная хуйня, не оно вообще. А мне кажется, здесь не хватает только да, вкусняшки из СССР. А но... я тоже буду притворяться, типа что-то делал. Давай. Ты неправильно снимаешь. Блин, как вкусненько. Ну и на сковородку можно, я думаю. Да, все жирненькое. Ё-моё, с пылу жару. Зато сочно будет. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Смотри, отходит уже, отходит слой. Прям крошится на глазах. Вообще, хорошо. Вот от кости как отходит. О, ну что, маслице сливаем? И на сковородочку? Нет? Ну и как-то около того можно подумать. Типа, смотрите, либо так делаем, да, как Антон говорит. Пиздец нам. Только мы глазки не сделали. Антон, не надо, это ошибка, блядь. Антон, блядь. Это в пакет потом мусорный надо все было вместе с залпом. Да, сейчас сковородка вся, ну смотри. Вся в масле снизу. Здесь. Ну ты б хуёво выливал. И теперь все это здесь в масле будет. Зачем ты всего сливаешь-то? Поджарили бы сейчас до свинки или лицо. Это все нормально. А гладки мы не сделали. Зачем ты воду включил?
Заебись. Ты с другой стороной, Брам. Это абразивная сторона, это плохая. Абразивная? Это из Спанч Боба. Вот на сковородочку теперь. Так, теперь да. Стоп, так мы лицо даже не сделали. Свинки же. Ты хочешь сделать, надо же его подогреть. Да не надо подогреть. Оно же не растаяло еще. Да вот. Блядь, все, это уже готовая котлета. Одна большая. Это первая? У нас всего одна. Ребят, честно сказать, делиться не буду. Ой, налетай, народ, пока есть еще с пылу жару. Так, теперь Вова. Тут, смотри, тут надо теперь сделать... Все красиво, чтобы подача была очень хорошая. Смотри. Глазки, глазки свинки. Бля, Влад, а у тебя вот так вот, да, честно скажи? Садница? Бля, насралась сегодня так же примерно. Это вообще не помню. Это свинка и свинка-идиот, блядь, у нас сейчас. Это как будто будет свинку что-то прилетело в GTA 5. Ну, две маслины. Чего мы будем делать? А носик? Носик, подожди, его. Пишут, что это обезьяна. Свинка. Так, ну вот вы как думаете? Это похоже на свинью? Это да. Но ну, смотрите, да. У нее два глаза каких-то ебаных. Да вроде нормально. А почти нет, вот это мы не приготовим, вот эту вот железяку. Я так себе это и представлял, честно говоря. Не, ну... Нормально, нормально. По-моему, искусная работа. Блять, ну не на меня, почему? Надо было отдельно в ракурс, но если ты в ладошку, то пиздишь, убегаешь. И продаю потом на поинтовом аукционе. Так, ну ладно. Почему пишу? Это Филипп Киркоров? Мама, я в Ютубе. А слабо это нести сейчас до плиты без рук? Использовать только ноги. Блин, ребята, это на свинью не похоже. Ты как не похож? Надо так и сделать. Ну вот, теперь смотри, теперь вот ты говоришь. Улыбка большая, ты смотри, ты говоришь гадости, вот что со свинкой стало. Усатая свинья какая-то. Это больше на усы похоже, реально, не на это. О, вот так вот. О, это крипер из Майнкрафта. Это молодежь любит. Да? Да. Молодежь сейчас в теме? А ушки сделай, Антон. Ушки. Да бля, давайте маслинами просто нарисуем нахуй ебало свиньи. Ты вообще ебать? Вот, кстати, слушай, хорошо, его лужки из хлеба хорошо получаются. Лайфхак, чтобы на будущее знали. Лужки из хлеба отлично получаются, если вы готовите... Так, смотри. Сейчас мы делаем. Бля, что из этого глаза, что уши, пиздец, да господи. Барашко. Это барашко. Бля, что за пиздец? А если давай Ганса Циммера включим, тут мне кажется, сейчас, блядь, происходит, блядь, реинкарнация, блядь, кого-то. Питак ей захуярил? Ну. Ну, блядь, это что-то... Такой, блядь, гандон какой-то, блядь, тупой. Я оскорбить эту еду хочу, а не, блядь. Кто это? На кого похоже? Гандон тупой. Ну, он смотри, как пялится, блядь, а. Блядь, это называется Тарас. Блюдо Тарас. Пока, мужик, пойдем тебя жарить. Пойдем жарить мужика. Не, это знаете, что вот вселенная Вархаммер такое железное, блядь. Дредноуте. Дредноут, да. Это вот что в дредноуте. Попрощайся с ним, мы идем жарить его. Ой, бля, как я попросился-то. Тарас. Тарас идет жариться. Пока. Ну что, посмотрим, как ты будешь сейчас реагировать на это. Через сколько он заговорит тогда? Говори! Координаты! Говори! Не-не-не, вы знаете, вы, короче, вот это сначала сними, да, а потом меня. Вот это снимай, да? Ребят, знаете, во что это похоже? Ёбаный сыр! Реально, зацените, блядь! Подожди, стоп! Мы жарим бустер. Да, подожди. О-о-о! Ес, ес! Блюдо! Вот так больше похоже на то, что мы планировали. Да. Мы хотели свинью сделать. А это не похоже на свинью, это похоже на...
Бля, на самом деле, когда вы меня звали и говорите, что хотите свинью сделать в номере, я вообще другое себе представлял. Мы переснимаем этого Франкенштейна. Сейчас мы его оживим. Смотри, бурлит Тарас. Может, гимн какой-нибудь? Патриотичный какой-нибудь. Вот на фоне штор. Я думаю, можно на часика два уйти, и он готов будет. Да, я думаю, да. Пойдемте. Так, ну, можно пока дела обсудить, пока Тарас жарится. Давайте. А, еще... может, крышка накрыть хотя бы? Чтобы не воняло, да. Чтобы не воняло. О, заебись. Все, сцедимся. Пойдем. Так, нам теперь надо с этим разобраться. С чем? Не, это я для прикола взял, это типа писюн такой. А это... А это типа у меня такой писюн. А не, а тогда вот это. Ух ты, а это не знаю. Можем здесь в ней дырку сделать и поразвлекаться. Качан капусты. А я, знаете, мужики, а давайте сыграем в бутылочку. Все целуемся. Все целуем тебя. Ниже. Ниже. Меня обесчестили. Антона так целовали в пупок. До 7 лет. Можно пока позырить? Мне обещали. Мне обещали, Ларри. Мной воспользовались, я дешевка. Влад. Влад. О, подожди, стой. Да, в боулинг играем? Нет, мы играем в гольф. В гольф? Так. Давайте кондиции. Нет, давайте катать капусту в натуре. Это интересно катать на стримах. Сможешь набить три раза? Давай, поехали. Нет, я не смогу. А давай я ногу сейчас расхуярю просто. Легкий. Нихуя, да ну нахуй. Три раза набил. Ебать. Чел на кондициях вообще жестких. Че за брат? Ты не туда вставляешь, брам. Оу, брату. Лит Энерджи вы. Это Лит Энерджи? Банка Лит Энерджи тебе или 4 другому? 4 другому. Две мне, две мне, две мне, мне похуй. Две. Давайте делать... Стоп, ребят, мы еще не сделали нашему блюду костюмчик. Надо вот их раз под цвет. Да, согласен. Летний камуфляж сейчас сделаем. Блюдо называется летний камуфляж. Дома, поснимай. Сейчас будем делать. Делаем теперь накидку противодождевую, чтобы наше блюдо под названием... У него глаз выжил. Что? Годин. Что, Антон? Глаз выпал. Так, Антон. Да. Делаем шляпки. Я не буду надевать шляпку. Почему? У меня так папа умер. Ты папа надевал шляпу? Да. Он на зоне. Короче, а есть чем склеить эти капустные листья? Можем булку наслюнявить, намочить, и она... Можем, давайте просто сидеть слюнявить булку. Погладь его, пожалуйста. Погладь его, пожалуйста. О, ты... А, ты... Хватит. Я за это ТикТок заблокировал. Мужчины любят овощи. Vegetables. Так, делаем костюм. Я, кстати, погонял, надо было коронер. Как? Корнер? Коронер. Я, кстати, пальцем капусту пробил, Качан, ты видел? Я три листа продавил.
Бля, а там немного ли жарится, Тарас, будет? Не, нормально. Не, я сейчас проверю, короче, нормально или нет. Еще минут 30. 30-40, час два. И пока наш Брэдли жарится, мы сделаем новый костюмчик. И мы сделаем. Я повар. Я придумал новое мишленовское блюдо Брэдли. Его надо. Вот сейчас вот. Я открываю баклажан. Ого, а что там? Ого, заначки делать, короче. Не надо бросать его. Я вижу, по твоим глазам. Да, да, да. Ой, ой. Я вижу, озорство уже. Как у Пова, не бросайся. Можно ли использовать капусту, лист капусты, как носки? Хочешь носочки здесь сделаем? Ой, Антон, там лопается, Тарас. Ой. Выключи, короче, мне кажется, там достаточно. Выключить? Да. Выключил. Точно? Как думаешь, добавил на мужика на голову? А как ты это принесешь? Ой, блядь, как открыть нахуй? Как открыть? Как открыть? Как открыть? Как крышку надо что-то железное. Не надо, пожалуйста, открывать крышку, это сейчас будет пиздец. Пацаны, закрой, блядь, Антон! Все, я реально... А как выключить-то? Ты на максимум поставил. Ну это понятно, это прикол, а как выключить-то? Хэ. Интересно, что-то завуалировано. Смотри, я схрон сделал мужикам. На зону. А, и что там? А, это типа как в жопе пронести в школу сладости. Не знаю, не делал так. В школу проносят чаще всего не сладости. В школу проносят учебники и ручки. Ну что ж ты, Вова, не знаю, что в школу проносят. У нас из школы только выносили вперед ногами. Уставших после физкультуры. Так, запаривались в свое время. Да. Это что, манго? Да. А можно ли чехол? Да. А сможешь мне бабскую пизду сделать? Ебаться уж охота. А как называется блюдо? О. Это... А я не скажу. Да что ж такое, блядь, как-то херово режется капуста. Зачем мне расчехлили баклажаны? У тебя капуста разлетелась, блядь. Флэшбэки. Влад, ну у тебя капуста, конечно, капец. По всей кровати валяется. Срать будешь? Мужики, погодьте, блядь. Да не снимай, блядь. Брама какает, Брама жопу вытирает. Брама жопу вытирает листьями. Куда ты, блядь, не надо? Давай носочки тебе сделаем с капустой. Антох, ну что такое? Да, блядь, дрищ пропёрло. Так, все, капустка уже нарезана. Сейчас будем ее использовать. Брам, оттолкнешь речь. Влад, оттолкнешь речь вот так вот на фоне. Дорогие граждане, спасибо, что сегодня присоединились к нашему стриму, где мы готовим наше блюдо под названием Брэдли. Сейчас мы его поджарили, и оно уже вот-вот доходит. В этот момент мы накрошили немножечко укропу, пока он догорает, пока он доготавливается. И сейчас будем приступать к сервировке. Сервировать лучше антуражно. Можно сделать внешний вид из гераник. Повесить их очень красиво. А, бля, там зеркало, ёпта. Сейчас будем украшать гирляндами. Еще, все. Поэтому все, кто хотят... устроить вместе с нами крышесносная бомба. А, Влад, мы покрошили капусту. Мы не то покрошили. А я виноват, что там не осталось укропа. За нас уже сделали всю работу. Ну не осталось в магазинах. Ну весь укроп уже скупили. Ты везде смотрел? А? Ты везде смотрел?
Мы там, где этого должно быть много. А тут его нет. Почему? Почему? В Грузии мало. Ну почему? Ладно, не, может быть, просто в других масс-маркетных магазинах его больше. А ты точно? Может, ты купил? Может, ты посмотришь? Может быть, ты купил, приобрел просто. Посмотри в пакете, там, может, купил. И вправду, смотрите, крашеный укроп. Добавим его к нашему уже подгорающему Брэдли. А кошачью жопу? Сыпем укроп. Клоун. Вот. Вот. И до конца крушу. Нужно быстрее покупать билеты обратно. Вот так вот. Папа. Блять. Кстати, этот укроп крашеный привезли мне ребята из одного очень популярного. Бля, братан, это не укроп, это какое-то другое. Да, это не тимьян, розмарин там есть. Это орегано, бля. Доставай, братан. Специи, приправы, страна происхождения Египет. Используются для непосредственного потребления в пище, промышленности. Лучше использовать до указанной даты, хранить. Не содержит следов аллергии. Вот он вот сюда, в такие вот черные пакеты выбрасывают. Мусор мы его сюда выбрасывают. Парни, у нас все такое. Я звук выключу, это просто пиздец, у меня шутка появилась. Сейчас мы. Да, не, у нас мусорные пакеты есть, выбросим сейчас потом эту. Как четко мусорные мешки оказались под рукой? Да. Но если невкусно будет. Либо скормить на собакам. Ну, либо так. Сейчас он пахнет, мужик. Давай, воняет жестко, давай. Не, он ебанет, там дай нельзя. Почему? Финишка! Да, и меня в пакет. Так, ну что ж. Во, я сейчас очень хочу попить, блин, кофе. Я сейчас новую куплю. Ну, купишь сейчас новую. Сейчас пойду. А дашь, блин, только не делай тогда обзор. Не говори, как тебе, вкусно, невкусно. О, это будет трейлер. Я не буду ничего говорить, но такой, типа... Загадочно. Да, смотрите. Если что, это будет у меня обзор на телеграм-канале у меня. Дай-ка. Я это даже, не на что-то даже... похоже. Ну, обычно. Но. Да как мы полбанки выпили уже? А что, ты пукнул? Кто пернул из вас? Или ты рыгаешь так? Ой, блядь. Давай я буду ложкой его ковырять, а ты кажется. Ой, ты кетчуп добавляй. А где ложка? Ой, давай. Снимай. Отсюда. Вот так вот. Давай. Вот так вот мешаем вместе с кетчупом. Приправы добавляем. Вот. И так будет вкуснее. Вот так вот. Фаршик. Ну так со специями вообще даже. Я думаю, еще минут часик и будет готово. Отлично. Паста болоньезе. Не-не-не. Опа. А, medium well ты хочешь? Medium well. В общем-то, как-то так. Ну что, дорогие друзья, подожди. Пора и к столу. Все, подожди. Дайте еще буквально 7 минут. Мозгов у меня нет, но у меня есть идея. Какая? Садитесь, поговорите с вами. Ой, подержи, пожалуйста, я соберу капусту. Ну, я... как? Какать хочешь? Да. А, или какаешь? Ой, что-то я у плиты настоялся, у меня аж пот выскочил. Фух, целый день у плиты. Может быть, уже в ресторан сходим? Нет, в ресторане дорого.
О, нет. Блин, кстати, я бы покакал немножко. Попа хочет какать чуть-чуть. Так иди со стримом покакай. Да, блядь, ага, там что-то. Забони за кровь, да? Ты напиши fake blood, fake. Кетчуп хайлс. Когда Питер П. Ёп твою мать. Ах ты. Что ты хотел сделать? Антон, что там там шаманишься? А куда ты денешь эту сковородку? Типа ты ее никогда в жизни не очистишь. Чего? Кастрюлю, потому что. А думаете, как? Нет, это невозможно. Я не выброшу, куплю новую просто и все. Да? Ну да, я ебал так мой, это не будет мой. Дорого стоит такая штука, как думаете? Не, такая нет. Ну это ж не тефаль. Ну это не тефлоново, да? Я думаю, 30-40 лари. Два раза тебе, два захода. И будет у тебя сковородка новая. Кто-то сказал 25 лари. 20 лари. Банан нет, банан уже там. Бля, я охрип нахуй вообще. О, охрип это из этого. Из слова пацана. Охрип, нет. Насрал. Где? Ты сдавайся. Да нет. А чё ты его к стенке прижал? Джейсон? Ну что ты? Ну что, маленький, привет. Что, ты плачешь или нет? У тебя как там сейчас? Плаки-плаки? Каки-каки. Пойдем. Влад, ты сейчас опять какать кровь при ней будешь? Мы не баловались с вибрацией. Да. Ну что там, готово? Ну, да. Блин, хотите угощение? Нет, не готово. Мы чуть не забыли самое важное. Тапочки? Блин, я не знаю, мне... Хотя в них не хожу, похуй. Я шучу, но там... зачем белые тапочки там? Ну, потому что у нас... Белые тапочки одеваю... О, еще так? Ну... Хотите яичко? Да! Как делить на троих будем? Бля, в игрушку играть. Пойдем. Динозавр! Клянусь вот, мамой! Ты хорошо себя вел, на тебе игрушку. Бля, спасибо за динозавра. Но это кролик. Кролл. Вы чё, мудилы ебаные? Ты убил в детстве всё ребёнка. Ты в детстве убил ребёнка? Не. Ты убил ребёнка в детстве. Блядь, ты убил в ребёнке детство. А что за игрушка такая-то, ёпта? Бля, реально прямо как его собрать? Это дредноут, реально. Тупой кролик, блядь. А как его собрать-то, бля? Мне мозгов не хватает. А, бля, в натуре. Подписчик правильно подсказал, что я долбоёб там.
Все, понял. А, и вся игрушка, типа, все? Ну, соединяй. Бля, игрушка хуйня, я ее маме подарю. Полная злупа. Я про маму. Давно. Уа, тут, блядь, Брам, еще раз ты меня толкнешь, и я уроню игрушку? Пиздец. Тут есть еще... Мне руки воняют этим фаршем вонючим. Тут есть еще трава и морковка. Бля, отсканируйте в натуре. Денег надо, играйте в... Бля, там же реально подставят. Бля, я только сейчас понял. Еблан. Кстати, да, теперь могут сделать. А все, а раньше надо было думать. Да, бля. Давайте деньги тогда. Давайте хоть подавайте, сядем как-то вместе, пообщаемся... со зрителями нашими дорогими, узнаем, как у них настроение и что они вынесли за сегодня в готовку. Ребята. Муки? Осудим. Я несу то. Осуждаю. За что, не знаю. Что мы сегодня с вами вынесли из нашего кукинга? Мы неплохо умеем готовить и импровизировать на ходу в готовке. То есть мы можем из любых единиц собрать блюдо очень вкусное. Главное — это дружба. Главное — это дружба. Главное... Что? Блядь, это дружба. Забыл? Да. Давай по новой. Вот. Главное — это дружба. Вот. И... Ой, ебать, я весь потный. Я мылся уже. Дерьмище? Не понравилось вам, что ли? А за 25 лари. На дорогие, я хочу... Меня на улице, ну, примут, я хочу бизнес. Купите... Я хочу в долю. Не-не-не, прикинь, Влад, я реально сейчас на улицах буду так узнавать, типа, о, это же ты! 25 лари! Блять, на самом деле, я хочу... Бизнес пойдет в гору. В Тбилиси, чтобы купили билборд, там мое лицо вот так. 25 лари! Вкусняшка, попробуйте сейчас 25 лари заработать. Ну а вы, это, кстати, вот хороший. Бля, а вы сейчас попробуйте 25 лари. Не, Влад, давай я тебе 25 лари дам, ты, Брама, дашь 25 лари, а Брама даст мне 25 лари. И он заработает 25 лари. Нет. Мы все заработаем 25 лари. Ну так да, у нас их не будет, а у него будет. Мы все заработаем 25 лари. Что с цветом занавески? А что с ним? Одна бежевая. Бежевая и синяя. Другая сиреневая. Это же синий. Вот такие вот номера. Ну а что мы, блядь, сделаем, нахуй? Блядь, они потом еще это заскринтовали. Ты еще лайк поставь. Блин, а есть какой-нибудь, типа, водный пистолетик там? Нет? Нет, ладно, пацаны, тоже надо. Нет, ты его в рот. Давайте, давайте, короче, я на коленях, а вы мне бананом вот так вот голову. Топово. Надо еще эти надеть. А, блядь. Да. 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 Я на пляже, да, просто. Ну нет, кстати, правда, мы на пляже. А мы говорим ребятам, что мы уже на Сицилии? Ну, пока не говорили. Нет? Я еще не говорил, что мы в Венеции. А. Я опаздываю. А у нас... Завтра в Сан-Франциско едем. Завтра в Сан-Франциско. У нас сегодня 5 число, да? Мы здесь до 11, получается. Бля, что капнуло? Крыша течет. Хуя зайчик прыгнул, смотри еще. Снимаешь кепку? Да, вроде. Я не знаю, не вижу. Давай. Нет, так снимай. Нахуй. Где он? Он его к хуям собачьим скинул. Вес скинул. Такой вот стримакс получился. Пойдем посмотрим, что у нас там с этим. Блин, я, знаете, что-то, я думаю, как это, короче, теперь выбрасывать в пакет. Мусорный пакет. Так. Это Иван Зола на вас хоркает. Скорее всего, да. Ой. У него носик упал, смотри. Да. Блядь, я бы этот месяц сковородку тоже выбросил. А как же сковородка дорогая такая? Хуй знает. Я не знаю, тепло норм, тепло норм. Мне кажется, 100 лари, зато и другое будет. 100 лари? Да, это та смена твоя ночная. Придется ходить? Я, блядь, заебусь заходить. Ну да. Некрасиво получилось с этим носом. Это мне. Так, ну что? А вот кто по чесноку? Есть фрики, которые вот реально бы ложку этого съели за 25 лари? Да. Да, блядь. Так есть по мне, дохуя.
Как-то это надо, блядь, в пакет рассортировать. Да, бля, легче сжечь, честно. Отель? Слить всю жидкость в унитаз, а остатки... Это я пойду сделаю, да, сейчас застремлю. А все оставшееся в пакеты вынести? У меня со вчерашнего в жопе еще осталось. Зачем сковородку-то выбрасывать? Ты сам, мы будем какие-то приколы делать по приезду? Чего нас там по приезду, кого-то, когда мы вернемся? Вау, стрим-хата. Ой, ебать! Вот, да какие-то гондольеро, тут курили сигарету. Ну это не мы, бля. Ну это не мы, бля. А типа как тебе докажешь, что не мы? Я не курил сигарету. Земля тебе. Не, слушай, номер прикольный, мне нравится. А! Чё? Деревяшка в попе. Деревяшка в попе? Попе. Попе, деревяшка. Слушай, Антон, дай руку, пойду помою, подкину снюсом. Давай. Хочу немножко с ребятами с чата пообщаться, что там вообще. Прикол, шутки шутками, конечно, но пообщаться тоже было неплохо. Бля, Бран, я сейчас оттуда на балконе, мне дышать реально нечем. Давай. Тут немножко воняет, ну... А у меня бронхиальная астма, я до последнего тебе пытался девушка, мужик крутой, блядь. Всем привет, ребят. Ну, пойду. Только не снимай, а там яйца буду чесать. Да, без проблем. Ну, попахивает немножко специями, то есть, ну, возможно, со специями мы переборщили. Немножко орегано, базилик. Брама, что бы ты сделал за 30 лари? О, ребят, 30 лари это много. Донаты. Я могу донаты врубить, надо? О, давай, да, послушаем. Поехали, донаты врубаем. Опять рогатню какую-то готовит. Володя, отрави этих добих. Привет, чат. Зачем Куси 88 предлагает свою голову приготовить? Гений, зачем вы в фарш положили хлеб? Максиму привет. Привет. Вы же можете сами потихо сделать. Привет. Передай привет Карине Арчимаевой и скажи, чтобы она кушала Саню. Карина... Куш понакучат. У меня сегодня день рождения, поздравьте ПЖ. Надеюсь, котлетки будут съедобны и Пукен Мафа не будет цел. Жарь Хрючева. Каша 666. Я твою мать ебал. Не ебал. Я в любой момент могу позвонить своей маме и узнать, ебал ли ты ее или нет. Вряд ли. О, ты... давай сделаем обзор на мои носки. Вот. Вот такие носки у меня. Вот. Adidas. Кто носит фирму Adidas? Тому любая баба даст. Вот хорошие такие цвета такого приятного очень. Какого-то лилового, да, сиреневого. Мне очень нравятся, они очень приятные и удобные. А еще я хрип, блядь. И вот разговариваю таким голосом. Ты крипа-крип. Крипа-крип? Блядь, слышишь, шаришь? Кто это? Это вверх, на хвосте, я бегу, как на хосте. Счетки падают из глазок и намокшая постель. Не думали, что вам в еду в ресторанах плюют в Грузии? Мы надеемся на это. Моя сучка, блядь. Ты моя сука, блядь. Это... Лари. Сначала Лари. Адик сегодня опять хорни.
бормочий стебатя, готовивший стряпню из всего холодильника. Акаша сын, который ждал весь вечер игрушку из киндера. О, призраки! Призраки! Ю. Призраки! Ave дементоры! Ave Maria. Трясется? Холодно, что ли? Так, подожди, стоп. Секунду, подожди, стой. Снимай. Сейчас я сзади делаю. Вова, это Вова. Это Вова. Вы раскрыли меня, Шеги. Ему... Я хочу быть собакой. Вопрекол прикол будет, когда какой-нибудь бомж откроет пакет, а там будет фарш, укроп и кастрюля с говном. Ариану соси писюнховый Тарас. Да, пиздец, вонишь, ребят, не, идите нахуй. Давайте выбросить, давайте уже выкидывать все, это пиздец вонючий. Давай. Давайте. Сейчас я поставлю камеру так как-нибудь. Ты это, снимай, общайся там, а мы... Будете завтра гулять? Ну вообще, завтра будем гулять мы? Нет, завтра мы не будем стримить. Не будем? А, завтра нет, завтра мы не будем завтра стримить. Ближайший... Был донат, а можем ли мы эту вкусняшку продать кому-то? Нет, мы не будем ничего продавать, потому что мы боимся, что в этой стране может быть запрещено незаконный оборот техники всяческой. Мы боимся то, что мы приготовили... Свинтили немножечко там. Но ближайший стрим будет у Брамчика с Вовой, наверное, послезавтра. Завтра ничего не будет, а послезавтра будет. Возможно, стрим будет в Сан-Франциско. Когда? Вот послезавтра. Ну, поехали в Сан-Франциско. Ну да, что? Ну, а в ближайшее время у нас получается ай, что? Мы... Попин какин. В ближайшее время не что у нас? Вот такие вот стримчики здесь будут. Какие-то такие полуприкольные, полурасслабляющие. А... Потом, когда приедем, будет стримхата. А, да, мы стримхату будем делать, когда приедем. Да, кстати, Вован, когда мы будем делать ее? Когда приедем в октябре. И Open Gaming. Мы всю шпану собираем. Секс-бомба, Лиза Бебрина. Кто у нас там еще есть? Буга. Короче, у нас остался? Короче, собираем всех, всю шпану и снимаем коттедж, и там будем жить дня 3-4, стрим донатофон будет. Будем не выключать стрим, он будет очень долгий, поэтому будет кайф, прикольно, посмотрите. Это унитаз? А? Это? Ну, а сейчас, это... смотри. Мне кажется, там не все. А где крышка? Так, что еще по инфе? 13-го скуф-пати в Москве, кто придет, спасибо. Кто не придет, ну, блять, хуёво. Там мы будем с Пашком, техником на сцене выступать, Санёк, секс-бомба будет. Поэтому, кто купил билеты, я завтра пост сделаю. Еще есть билеты, можно будет докупить. Билеты недорогие, поэтому, если что, покупайте, приходите в Москву. 16+, без сопровождения, ну, ой, 16, да, вроде 16+. Чё еще? Ну, пока так, пока вот так. О, по приезду, чё там, с Арочком еще постримим, с дедом Тихоном. Я думаю, какие-нибудь наушнички можно будет поделать. Это тоже мусорка. А че, поприкалываемся. Ох, ёб твою мать, чуть не блеванул нахуй. Ой, блядь. Конечно, тут вонище, вы бы знали, пиздец. Вот ей чувствуется, да? Из-за Влада, да. Ну, я чувствую лицо прибыль. Еще раз повторю. Гадость, когда ты сейчас говоришь. Влад напугался. Улыбнись. ДК, так ДК, он же, у него там с носом какие-то темки, он там, что? Не знаю. А, ёбаный рот, нахуй. Флексинг? О. А что под губой? Снюс был? Фу, блядь, чуть не понял. Короче, ладно, ребзи. Там кто-нибудь стримит из нас, давайте, может быть, рейтинг, кто-то из наших стримит, скажите, модеры, пожалуйста, в чат напишите, может, кому-то рейтинг дадим. Лида стримит, стинт, Лида, стинт, Лида или стинт, Лида или стинт. Блядь, нельзя. Ладно. Давайте стинту, Максу привет, плотненький, ку. Да.
И скажите, что гоу 3 на 5 на 5, best of 3, выиграем их. А, мы, кстати, да, хотели сделать с ними шоу-матч. Шоу-матчи, да, по Доте, КС-ке и Майнкрафту, да? Или Роблокс. Вот, с шпана против еблан складов. Посмотрим, кто из нас круче. Против еблан складов, это всех тебе? Против еблан склада. Давайте рейд тогда Максу Стинту. И всем пока. Подписывайтесь на Вову, подписывайтесь на Браму, подписывайтесь на меня. Все, всем пока. Что у нас на всех трех один телеграм-канал, да? Токсик Легион. Не, там ничего не пишет вообще. Ох, как воняет, пиздец, чуть не блевануло. Вот, спасибо, все. Фу. Все, Макс Стинту рейд пошел, скажите мне. А у тебя туалетка еще есть? Да. Вон сверху. Какать пойдешь? Нет, вытирать надо все. Все, пока, обнимаем, целуем. Всем пока. Пока-пока. Стримчик веселый был. Господи.